Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовим очень вкусный, простой приготовление салатик, который вас обязательно порадует. Салатик-полосатик. Почему полосатик? Потому что все слои выкладываются полосками. Ну что, приступаем! Первым делом бекон нарежем небольшими кусочками. Далее кладем бекон на сухую холодную сковороду, включаем средний огонь и будем обжаривать бекон до тех пор, пока у нас не получатся хрустящие чипсы бекона. Пока жарится бекон, подготовим овощи. Помидоры черри разрежем пополам. Они у меня разного цвета и разной формы, для этого блюда это не важно. Салат айсберг я разрезала пополам и сейчас его буду измельчать. Нарежу его не сильно мелко и не сильно крупно. Если вам нравится мелко, нарежьте, конечно, мелко, но салат айсберг, как на мой взгляд, должен быть нарезан немного крупнее, чем обычный салат. Готовим соус. В чашку добавляем майонез и немного сметаны. Сметана и майонез могут быть любые, любой жирности. Добавим соус острый. Любой острый соус, какой у вас есть, по вкусу. Обязательно попробуйте на вкус, чтобы именно по вашему вкусу соус был достаточно острым. Кто-то любит острее, кто-то не очень. В общем, регулируйте по своему вкусу. Далее помидоры черри выкладываем на тарелку. Такой узкой полоской. Основную часть тарелки у нас будет занимать салат айсберг. Выкладываем салат айсберг. Такая достаточно крупная полоска у нас получилась. И затем выкладываем консервированную кукурузу. Для этой тарелки, которую я использую, мне понадобится полбанки консервированной кукурузы. Сверху на салат айсберг выкладываю бекон. Бекон я предварительно обсушила на бумажном полотенце, чтобы он не отдал лишний жир для салата. Солим и перчим салат непосредственно перед подачей на стол. Почему? Потому что мы хотим, чтобы салат айсберг был хрустящим, но не мягким. Салат поливаем соусом в виде трех диагональных полосочек. Приятного всем аппетита! Готовьте только с удовольствием и с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, до новых видео, всем пока-пока!